Всем привет, друзья, камушки Фэмили. Много кто просил глянуть Мидикса 2 World. Давайте глянем его альбом. И мы, кстати, слушали его новую песню Кибер Бэби. Очень классно, мне понравилось. Но если ты не подписан, подпишись, оставь лайк и поставь свой комментарий. Поехали слушать. Первая песня 2 World. Фит Лирин и Чуйку. Они, получается, вместе, да, музыку делают, вы мне говорили. Погнали. Очень классная обложка такая, да, анимешная. Да, это же Мидикс. Мелодия мне уже нравится. 2D World, это получается 2D мир, ну то есть... Очень классная песня. Очень мелодичная, классная такая, знаете, голос у нее очень, кстати, классный. Жаль, не могу как бы глянуть, да, о чем песня, потому что в России Genius, как вы знаете, заблокировали. Это очень печально, на самом деле, блин. Как так, Genius сайт, где там все песни, ну, то есть, все там, можно глянуть, допустим, текст, да, на этом сайте, ну, блин, никак, ребят. Так что будем слушать так. В общем, очень классная песня, 10 из 10 поставлю, мне очень понравилось. Очень классный исполнитель, на самом деле. Так, слушаем дальше, Акам закинул. Ну, это убийца Акама, да, я смотрел это аниме. Очень грустное аниме. На самом деле, прям очень грустная. Особенно конец. Не знаю, вроде второй сезон обещали, а в итоге нет второго сезона. А, погнали, а как же убить Сакару? Я хочу тебя убить, со своим приходом покажу, что на каждой день.
смотри, мам, тебе не поможешь. Очень у него слова съедаются, на самом деле, я мало что понял. Достаю катану, хочу тебя убить, покажу, как отомстить, да, наверное. То есть мало чего я понял, просто он как бы съедал слова, поэтому было не особо как бы понятно, да, на слух, да, как бы. Я пытался что-то понять, понятно, что-то никак. Ну, в принципе, неплохая песня, 9 из 10 поставлю. Правда, почему убить Сакамы, да, типа... Ну, видимо, такая у него идея была. Ничего не будем его судить. А Death Note это получается... Тетрадь смерти, нет? Да, это Тетрадь смерти, точно. Я очень давно, ребят, смотрел, на самом деле, когда еще учился, наверное, это было... Ну, лет 6, может, назад, я не знаю, может, больше. Давно очень смотрел. Погнали слушать Death Note. Тетрадь смерти. Я уже мало чего помню, вот эти, что там было. Мидикс. Вот это очень классно. Вначале это же Мидикс, типа, сразу уже понятно, что это Мидикс. Вижу, сносит крышу, то есть тетрадь смерти вижу, сносит крышу, да, получается.
Очень классное звучание, мне такое очень нравится звучание. Он очень себя классно чувствует, то есть на бите, да, то есть он такая, как бы он как бы слышит бит, да, и классно под него подстраивается, так сказать, да, то есть очень классно себя чувствует на бите. Молодец парень, прям он очень классно делает в своем, да, жанре, то есть про аниме, там все такое, молодец. За это ему респект. 10 из 10 поставлю, мне очень нравится такое звучание, спокойно, знаете. Слушаем дальше Лоли. Лоли это, получается, ну, эти маленькие девочки, да, то есть... Лоли. Миник. Девочка так манит, за меня дымали. Получается, в этой песне он себя, типа, с другой, так сказать, как бы, он тут флоу, то есть, сменил флоу, да, себя, как бы сказать, попробовал, да, вот в этом вот звучании, да, другом. И это очень классно, когда артист, как бы, делает эксперименты, да, какие-то над своим флоу, над своим звучанием, да, как он это все, как бы, преподносит, так сказать, да, то есть очень классная песня, блин. Тут тоже таком интересно его было послушать в таком жанре, да, так сказать. Прям очень классно делает, молодец, 10 из 10 поставлю. Слушай, дальше «Паразит», я такой знаю фильм, вроде есть «Паразит», японский вроде бы. Это очень популярный ужастик, на самом деле. Жаль, что нету текста, блин, на Genius. Вот, смотрите, то есть... Стали постоянно тоже говорим мне. Вот видите, я перешел на Minix, да? И вот Genius. Невозможно установить соединение. То есть все, Genius заблокировали. Нет души, потерял все.
Классно, он как-то по-особенному звучит, вот очень по-особенному, у него прям флоу прям выделяется, да, на фоне там других, да, наверное, исполнителей, очень классно звучит, молодец. 10 ставлю, мне уже понравилась спокойная песня, мелодичная. И дальше у нас идут, получается, песни, это из аниме, получается, фильм «Твое имя». Я, кстати, его хотел глянуть. И на канал как бы записать, как бы, не знаю, мне это выйдет или нет. Потом форма голоса, да, то есть я смотрел это аниме, то есть где, получается, девочка была немая, да, она это, а пацан ее вечно задирал, да, потом об этом как бы пожалел, когда от него друзья отвернулись, так сказать, из-за такого поступка. И последний трек, получается, тут восьмой идет, это получается «Токийский гуль», да? То есть я, короче, фильм вчера смотрел фильм по телеку «Гуль», как бы, и вроде типа прикольный фильм, кстати. Но и аниме такое есть, я знаю, я его очень давно смотрел, и то не весь смотрел. Вообще, ну, слушаем дальше, что это твое имя. А то я тут много говорю. Так что в аниме я шарю, на самом деле, я аниме смотрю сколько, ну, лет 10 точно аниме смотрю, 10 лет, может. О, тут классно, какое-то звучание необычное. Необычный звук. Часть классная.
эти из аниме такие бульчи, там, вот это вот. Вот тут самое главное — это звук, и он как бы с этим справился полностью, прям очень звучит сочно, так свежо, прям, да, очень классная песня, 10 из 10 поставлю. Прям очень постарался, на самом деле, над этой песней. Молодец, молодец, что можно сказать. Слушаем дальше форму голоса. Интересно, что он здесь будет петь в форме голоса. А твое имя я вроде бы не смотрел, я не помню, если честно. Или смотрел. На форму смотрел. Такое, знаете, грустное такое звучание, грустное. Все шрамы на твоем сердце. Теперь не нахожу места. Я не готов. Слушай, я хочу тебя понять. Душевно, на самом деле, ребят. Молодец Мидик, то, что именно в этой песне он выбрал такое спокойное, легкое звучание, да? То есть, ну и грустное, да, немного, потому что аниме, на самом деле, очень грустное. Если его смотреть, там, два раза, три, это прям можно в депрессии, наверное, впасть, прям очень грустное аниме. Молодец Мидик, очень лирично, душевно, прям... Молодец, 10 из 10, прям очень хорошо делает музыку, молодец. Прям, я что-то сгрустнул немного после этой песни. Последнюю песню слушаем, Токийский гуль. Ну тут что-нибудь жесткое, да, такое, наверное? Я не помню, кто она и кто её. Она
Если честно, я такого звучания не ожидал, потому что я думал, что-нибудь такое, знаете, разбитное такое, да, тут прям очень кайфово все, то есть очень мелодично, прям очень приятно на слух, да. То есть я реально кайфанул вот с этого EP, получается, ну, и альбома, как сказать, наверное, альбом, да, в принципе, очень понравилась песня данная, прям очень классная, она очень похожа на форму голоса, да, то есть по звучанию, мелодичности. Ну, немного, может, отличается, да, то есть, ну, прям очень классно здесь вести. Итак, мои любимые песни — это «Форма голоса», «Твое имя», «Лоли» классная мне понравилась, «Паразит», «Два World», «Акама за Kill». Ну, в принципе, все песни понравились, только одна, наверное, не понравилась, это «Death Note», да, наверное, или «Акама за Kill», что-то такое, между вторым и третьей песней. Ну так, спорно, да, остальные все понравились. В общем, как-то так, хороший альбом, Мидикс молодец, еще глянем его альбом. Что-то там Эйси, да, какой-то альбом вы меня попросили глянуть. Глянем обязательно, ребят. На недельке глянем и глянем обязательно. Очень классно делает, очень мелодичный парень. Всего ему самого наилучшего, будем его слушать обязательно. Ну все, как бы, ребят, если вам понравился ролик, поставьте лайк, ставьте свой комментарий, что вы думаете, какие у вас любимые песни с этого альбома, да, пишите свое мнение в комментариях, оставляйте, ну, лайки, там, подписывайтесь на канал. Всем удачного настроения и всем удачного лета, всем пока.